Boyle is my name here. I'm from a place called Ballyhonnis in County Mayo. This is my lens here. Okay. From there. It goes there. Then. Perfect. And so are you ready to give this land for the first pilot project? Well, as we discussed just here, I'm prepared to do it and we're prepared to work on the project together. As you've seen with the other developments across the road there, where they're standing on a parcel of 20 acres of land. We have a commercial garage already on site, which is a proper development, as you've seen under the gravel beneath here, which is very solid ground. It's not boggish ground, so it's solid ground. Check it. So this is solid ground. And you were planning to build there nursing home? Alright, okay, I think it will be fine. Okay guys, so I'm in Ireland and see you soon, bye. Так, добрый день, дорогие друзья. Так, как видно, как слышно. Так. Так. Я просто только включил компьютер, поэтому извиняюсь. Прям только вошел. Так, отлично. Все, друзья, приветствую всех. Я очень многих уже узнаю в лицо. Так, я сегодня, как и обещал, друзья, в прошлый раз, помните, чтобы было видно, что инвестируя в технологии Skyway, такие возможности бывают раз в 100 лет. То есть видно, что я сегодня в правильной форме, в правильной. Это самое, то есть, чтобы все соответствовало моменту. Видите, здесь у меня фотографии на груди. Это у нас такие штуки. У меня просто холодно в той келье, где я сейчас сижу. У меня батареи не включаю принципиально, а на улице дождь со снегом. Вот, поэтому приходится утепляться. Раньше я был в майке в такой, а сейчас замечательная кофта плюс 100-500. Ну да. Вот, так что... Друзья, давайте, сегодня среда, 13:00, так что начинаем нашу работу. Так, все вопросы, значит, Галина, по то, что сейчас по Ирландии был ролик, по то самое, значит, у нас сегодня вебинар будет участвовать и Арманд, который приехал с Ирландии, как мы говорили, будет отчет о его работе по конкретному переговорам, по конкретным, не буду анонсировать, но могу сказать, с несколькими министрами Ирландии. Вот. Алексей про свои расскажет движения, так сказать. Все это говорит о том, что, друзья, проект идет, мы выбрали правильное направление, мы движемся и, соответственно, подходим к тем задачам, которые есть. Поэтому, друзья, сейчас очень непростое время, которое проходит, чтобы вы понимали, непростое везде. Непростое вокруг нас. То есть вот я пока сейчас ехал, то есть, друзья, с этого начнем, наверное, наш серьезный разговор и серьезная там ситуация, которая происходит в мире, в стране, у нас в проекте, потому что мы как отображение мы идем, что вот сейчас пока ехал, 4 получил предупреждения по телефону о том, что террористическая атака, смертники, будьте внимательны и так далее, и так далее. Вот, конечно, друзья, об этом надо помнить всегда, это очень... Но так как я из 4 разных источников получил, это, друзья, скорее... Не то, что скорее всего, это, конечно, информация. И, соответственно, к этому и надо подходить таким образом, и об этом надо помнить, но, друзья, надо и не забывать, что война есть война, информационная война есть информационная война. К этому надо подходить очень-очень серьезно. Второй момент. Я после вебинара, прошлого вебинара, получил несколько интересных звонков, сообщений. Вот. Люба Хлебник мне вот звонила, что я очень благодарен там, с просьбой или там, с вопросом о том, что не сильно ли я грубо обошелся с нашим правительством. Потом меня даже из-за границы
сегодня, ну, писали, что почему мы на вебинарах начали заниматься политиканством, хотя я, допустим, не понял этих вопросов, то есть я просил уточнить, но уточнения не произошло. Так вот, друзья, давайте позиции сразу определим, им сразу четко говорить, что сегодня в стране, в России сложилась очень сложная, серьезная ситуация, что президент и линия, которую он проводит, она одна, а правительство и люди, которые реализуют, такие как Шуваров, такие как Аркаша Дворкович, там, такие как министр финансов Эльвира Набиуллина, это Центробанк, который я знаю с 1994 года, мы с ним в Минэкономике за соседних столом сидели. Понимаете, это несколько другое управление. То есть вот это как Миша Хазин сказал, либерастическое правительство, они ведут определенную линию, которая идет вразрез с интересами. И когда я говорю, что премьер Медведев и так далее, то есть это моя принципиальная позиция, я считаю, что то правительство, которое сегодня управляет, оно не соответствует ситуации в стране. И раз Путин их пока не меняет, значит, нет такой возможности. Значит, баланс интересов такой, что он вынужден сегодня терпеть и делать это. А то, что творит это правительство, друзья, я еще раз повторю. Леш, вот то, что я сбрасывал тебе ссылку на Коммерсант по приватизации, сбрось, пожалуйста, в чат. Это позавчерашний Коммерсант. Вот я скидывал ссылку по поводу приватизации. Так вот, друзья, эти ребята решили до конца года за бесценок продать основные сегодня стратегические активы страны. Как это можно назвать? Когда цены минимальные, нефть падает, цена конъюнктура минимальная, денег на кредиты не дают российским компаниям. Так вот, они их решили сегодня продать. К чему это идет, друзья? Это в очередной раз просто под шумок распродать и под то, чтобы как бы сделать. Поэтому отношение и к этому правительству, и к тому, что происходит, друзья, у меня однозначное. Я его ни менять не собираюсь. Если кому-то эта позиция не нравится, ссылайтесь. Я говорю, это мое личное мнение. Это не линия Skyway, не линия Юницкого, не линия там еще кого-то. Друзья, я просто как экономист, как аналитик, я вам говорю, что, друзья, с таким правительством жить дальше долго нельзя. И очень надеюсь, что в ближайшее время президент страны примет решение, и это правительство будет заменено на более подходящее под это время. А время очень несложно, очень непросто. Вы видите, что происходит. То есть эту позицию я просто уточняю, я его обозначил, и менять, и еще особенно, когда мне начинают просить, а не могли бы вы смягчить свою позицию? Что, мне под эту лизнуть, что ли? Или сказать, что Медведев хороший премьер, или то, что они делают, я должен это поддержать? Нет, друзья, я это не скажу. Я скажу, все, что они сегодня делают, это направлено на разрушение, на уничтожение страны. Почему они это делают? Наверное, есть какое-то другое объяснение. Его я сейчас сказать не могу. То, что президент в своих выступлениях старается поменять и сделать, да, он это обозначает свою позицию, но это как глаз вопиющего в пустыне. Он говорит одно, а правительство распродает активы. Он говорит одно, а правительство делает совсем другое. Вот. Поэтому какая-то, видно, в этом есть причина, почему это сегодня происходит. Вот, поэтому давайте там подождем, я думаю, что все станет на свои места. И я больше как бы на этот предмет. Вообще, мы, как уже говорили, так как мы Транснет и мы объединяем мир, и наша задача не разъединять, не это, а наоборот все соединять, делать и направлять конструктив, то здесь, друзья, я могу сказать, что у нас много своей работы. Мы сегодня, вот видите, Леша поставил замечательную фотографию, это называется «Новости с полей». То есть идет стройка, идет работа, у нас очень сложная задача. У нас очень ответственные сегодня, то есть в том плане, что увеличивается объем финансирования, увеличивается объем инвестиций, которые нужны в заказы для того, чтобы сразу после зимы, там, в феврале, марте, апреле вести дальше строительство. Нужно делать сегодня огромные предзаказы. И мы, друзья, сегодня из последних сил, я могу сказать, что по взаимоотношению нашего фонда, нашего актива, компании Анатолия Юницкого, мы сегодня делаем все возможное для того, чтобы увеличить финансирование и не сорвать график, который мы делаем. И мы к вам будем обращаться. Друзья, нам надо, несмотря ни на что, то, что происходит вокруг, эти террористические угрозы, этот шторм, который мы про него всегда говорили, он идет, будет идти. И дальше, друзья, нас ожидают еще очень сложные времена. Но, несмотря ни на это, ни на что, мы для того и собрались, друзья. Мы для того и построили систему, и она сегодня работает, для того, чтобы в этих сложных условиях решать эти задачи. И мы будем их решать. Друзья, от каждого из вас зависит работа. И мы должны расширять нашу работу. Мы должны привлекать новых участников. Мы должны нести эту информацию. И только благодаря этому дальше и дальше строить ковчег. Мы должны только благодаря этому дальше и дальше развивать наш проект. А сложностей будет очень много. Поэтому, друзья, я к этому еще вернусь. Но сейчас
Основной напор, основная работа, которую мы должны с вами активизировать, друзья, мы должны увеличивать количество привлекаемых участников, потому что это первая информация о том, что мы делаем, а второе – это приток инвестиций, который сегодня крайне необходим. Это основная цель, которую мы сегодня, друзья, делаем. Мы не имеем права снизить темпы. Мы не имеем права сегодня недофинансировать. Как бы мы взяли на себя эту ответственность, как краудинвестинговая система, и мы должны ее, друзья, дальше делать. Поэтому я думаю, что каждый из вас, особенно тот, кто в активе, тот, кто ходит на наши вебинары с Лешей, тот, кто ходит вообще на конференции именно проекта Skyway, Skyway Invest Group, вы уже поняли, что правило, что инвестировать хоть небольшую сумму, но каждый месяц, это должно быть правилом поддержки. И мы нельзя проводить, не зря проводили акции, когда мы говорили, друзья, поддержи проект, скажи три «да». Это говорит о том, что сегодня делать. И еще, друзья, надо четко понимать, мы с вами работаем сегодня не на какие-то структуры, не на кого-то лично, еще так сказать, мы работаем на проект, и наши все усилия должны направлены только для одного – привлечение инвесторов, несение информации и строительство демонстрационных и испытательных стендов. Без этого, друзья, все остальное это просто может оказаться болтовней. А мы с вами не имеем права и выставить, и показать, сделать, что мы болтуны. У нас есть сегодня что показать, друзья. Мы уже отчитываемся, показываем, да, за год работы в конференции было что показать, было о чем обсудить. Вы видели, как команда сработала за год и какой результат она достигла. Вы видели, какая была воодушевленность, когда выступал Юницкий, и как это встречалось с теми словами, когда говорили, что каждый из нас участвует в проекте по спасению 150 миллионов человек, человеческих жизней, которые погибнут в ближайшие 100 лет на автомобильных дорогах. И я как раз буквально, друзья, позавчера ехал со своим сыном вечером, это и на наших глазах произошло настолько, вот прям буквально в 100 метрах от нас, на глазах у меня, у моего 6-летнего сына, произошла настолько страшная авария, которая просто на глазах у нас разорвала автомобиль на ровном месте. И как, у меня потом сын спрашивает, а кто виноват? И знаете, друзья, я вот так вот посмотрел, никто не виноват. Это просто стечение обстоятельств, виновата дорога, виновата система, виновата то, что одна незначительная ошибка одного человека приводит к гибели других людей. Вот что, друзья, сегодня есть. И эту систему надо менять. И менять мы ее. Это только небольшая часть, это техническая составляющая, но она уже очень много несет, за собой несет. И инвалидов, которые не станут инвалидами, и систему, которую мы поменяем с точки зрения экономики, которая сделается другой. Поэтому, друзья, мы с вами работаем, и в эти непростые времена наша задача сейчас только усиление работы, только каждый на своем месте должен больше привлекать людей, он должен больше нести информации и объяснять, чем мы с вами занимаемся, к чему мы с вами призываем. Соответственно, что делает проект Skyway, Transnet, проект Евразия. Мы должны четко, друзья, это понимать, делать и нести, потому что без нас это ничего не сделает. А внешние факторы, друзья, и здесь я не хочу перед вами выступать ни каким-то там оракулом, пророком там, или еще там, друзья, которые там, особенно буревестником, который говорит, что, друзья, сейчас будет еще хуже. Но аналитика, вы вспомните наши вебинары год назад, когда я даже спорил с нашими директорами, когда четко говорил, ребята, вся конъюнктура подошла к тому, и тенденция подошла к тому, нефть будет в два раза дешевле, доллар будет в два раза дороже, ВВП будет падать, инфляция уйдет за 15-20%. Мы это с вами, никто не верит, включите наши вебинары годичной давности, и вы все это увидите. Это четкий подход, четкая аналитика. Так, у нас, смотрите, у нас 26 человек новых. Я, друзья, вас приветствую на нашей встрече. Это уже довольно-таки существенное количество людей, то есть 14% от общего количества. Поэтому, друзья, мы сразу вам говорю, что мы по практике не делаем презентации о проекте, то, что мы делаем, потому что здесь 300, вот оставшиеся 20 человек, это люди, которые ходят на проект, которые знают, что это такое, которые участвуют активно в проекте. Поэтому внимательно слушайте, смотрите, возникает вопрос, давайте в чате. Но самое главное, друзья, у нас образовательный проект, вы должны получать информацию. Вы должны изучать, о чем мы говорим. Мы зовем только здравомыслящих людей. Идиотов нам здесь не надо. Если вы, друзья, себя считаете идиотом, то лучше к нам не заходить. Вот. А если нет, если вы здравомыслящий, если вас интересует будущее, будущее свое, своих детей, страны, то тогда, друзья, вы к нам.
И, соответственно, здесь мы обсуждаем, смотрим, и это экономические, такие технические вебинары, где мы с Алексеем Суходоевым, и вот сейчас, сегодня у нас с нами еще будет Арман, вот, мы как раз рассматриваем определенные аспекты развития проекта, мы анализируем то, что прошло за неделю, мы анализируем то, что будет в ближайшее время происходить, и это, друзья, как раз та цель и задача, которую мы сегодня перед собой ставим, и если образно говорить, то мы через нашу очки Skyway смотрим на то, что сегодня происходит. Вот, поэтому, естественно, вам сразу сначала будет что-то непонятно. Естественно, что новичкам изначально будут некоторые вещи казаться либо совсем уж ужасными, либо это, как на прошлом вебинаре, там, товарищ из Красноярска, который со своей собакой потом ушел гулять. Ну, что я могу сказать? Не каждого мозги выдерживают то, что мы сегодня делаем. И, соответственно, друзья, не каждый может в себе найти силы решиться на то, чтобы менять будущее. А мы с вами, друзья, меняем настоящее, мы строим будущее, мы действительно занимаемся настолько серьезным и важным проектом, серьезнее которого, ну, наверное, сегодня найти будет тяжело. И, естественно, что сложностей очень много. Сложностей внутри наших структур, где люди работают, и есть разный подход к ведению. Есть внешние факторы, которые мешают где-то сознательно, где-то несознательно. Но это, друзья, все, скажем так, факторы, которые мы можем преодолеть только благодаря движению вперед, только благодаря тому, что мы будем развиваться, и мы будем все усиливаться и усиливаться. А это, друзья, сейчас как аргумент к тому, что мы стоим на правильном пути. И вот то, что дальше, буквально через 2 минуты я передам слово Арманду, он приехал из Ирландии, вот сразу могу сказать, что Арманд – это, ну, скажем так, моя большая удача, моя большая находка, что вот я с ним работаю, мы вместе с ним встретились в мартовской конференции в прошлом году, когда простой, который с Латвии, с Риги, уехал, ну, там, работал в Латвии там, на каких-то маленьких должностях, потом даже не должностях, а бизнесах, потом уехал в Лондон, работал в туристическом бизнесе, тоже начиная от мойщика и парковщика, потом доходя аж, наверное, там, да, он сам расскажет, заведующего сменой. Потом он пришел в проект, увидел, и вот когда мы с ним познакомились в марте прошлого года на первой конференции, это тот, кто задавал больше всего каверзных вопросов, потому что он живет в Лондоне, по праву очень много, что, как происходит. Но я могу сказать, как он потом начал работать, включился в нашу систему. Я могу сказать, что результаты, которые сегодня есть, они, ну, действительно впечатляют. И та логика, которой мы сегодня подошли к развитию проектов, к развитию адресных проектов, которые идут в регионе, у Арманда очень серьезная структура и в Лондоне, сейчас вот строится структура в Ирландии, и мы как раз подошли к тому, что мы стоим прямо вот на пороге, на старте запуска адресного проекта в Ирландии. И я хочу сказать, что основная задача, чтобы вы понимали, друзья, у нас не запустить проект как таковой. Просто так адресный проект нам сегодня, друзья, не нужен. Это мы должны четко понимать. Адресный проект, он должен выполнять 2 цели, которые мы сегодня... Первое, это демонстрировать о том, что технология востребована и она может применяться в регионе. И второе, она должна финансироваться той структурой, той сетью, которая строится в регионе или в стране. Без этого, друзья, эти проекты не нужны. Без этого это мертворожденное дитя. И Алексей в своем выступлении нам четко покажет, что сегодня в проекты нужны инвестиции. И эти инвестиции может дать. Это будет глупо, если мы с вами сегодня начнем вкладывать, допустим, в Челябинский проект инвестировать. Это неправильно. В Челябинский адресный проект должна вкладываться только челябинская структура. Ну, может быть, если еще кто желает из других городов, если есть такая возможность. Вот это, друзья, мы должны понимать самым главным образом. Потому что в противном случае адресный проект – это просто как пустышка, это просто как система, которая ставится для того, чтобы не реализоваться. Естественно, что адресный проект, и тоже это Леша покажет, что есть... Это очень упрощает взаимодействие с властями. Это очень упрощает взаимодействие с крупным бизнесом. Но опять же, друзья, это только помощь в том, чтобы построить, привлечь людей. И финансироваться эти проекты должны, друзья, только за счет тысяч и десятков тысяч людей, которые есть в этом городе, регионе. Это самое главное. И мы это показали и увидели как раз на питерском проекте, когда мы пошли сначала сверху, начали пробивать, но
четко определились. Пока у нас в Санкт-Петербурге не будет 10-тысячной структуры, ни о каком адресном проекте там говорить не приходится. Это рано. То же самое, друзья, в Москве. Я сейчас тоже продвигаю, набираю сторонников в Москве. Структуру мы готовим, проект на Воробьевых горах, который будем буквально через 2 недели презентовать и мэру столицы, и основным руководителям. Но, опять же, друзья, пока не будет поддержки в Москве хотя бы у 10 тысяч людей, ни о каком адресном проекте говорить не приходится. Ну вот, друзья, я подвел, у меня еще потом будет очень серьезная как бы такая тема, которую я буду завершать. Сейчас будет Арманд, потом после Арманда я буквально 2 слова, потом Алексей, как раз по той работе, мы вам обещали о той работе, которую мы проделали, они сейчас расскажут то, что движется. И самое главное, друзья, это, ну, как сказать, пионеры. Мы этим нарабатываем методику, как взаимодействовать со строителями, как взаимодействовать с местными властями, с крупным бизнесом. То есть мы наработаем алгоритм, а потом, естественно, друзья, мы его вам весь покажем, и мы будем вам рассказывать и помогать, консультировать, как каждый в своем городе, в своем регионе может сделать то же самое. Потому что сказать, что это невозможно, будет нельзя, потому что мы, друзья, сейчас эти шаги проходим сами. Вот, и об этом будем вам и рассказывать, и делать, и, соответственно, учить. И еще раз, друзья, повторю, чтобы вы четко это понимали. Наша задача сейчас вербовать и вербовать сторонников. А все, что мы сейчас делаем, это только помогает и только сопутствует. И пока мы этого не сделаем, друзья, пока мы не наберем критическую массу, когда можно будет сказать, что, друзья, а вот теперь без нашего решения уже не может ничего делаться. Вот до этих пор, друзья, мы должны работать и работать на привлечение новых людей, на привлечение новых инвесторов для того, чтобы проект развивался. И только благодаря этому, друзья, мы можем работать, мы можем развиваться. Арманд. Так. Автомобильные дороги на бетонной платформе. Да, друзья, это есть такой проект. И Александр Веселов, Виктор Васильевич, так сказать, наш большой друг и большой сторонник. Арманд, приветствую тебя. Всем привет. Передаю тебе слово. Давай, как закончишь, я отключусь. Ребята, как меня слышно, видно, там, дайте обратную связь. Отлично. Ну, вы, наверное, уже видео видели. У меня тут немножко отрубился интернет после того, как я просмотрел свое же видео. Вот. Сергей Анатольевич, благодарю за такие теплые слова. На самом деле очень хорошо прошел мой визит в Ирландию. Хотелось бы вам, скажем так, донести, да, именно вот эту вот идею, для чего вообще туда ехали. Наверное, многие из вас знают Наталью. Она в Ирландии 15 лет живет, то есть у нее там структура большая. Очень, скажем так, очень хорошо прошли наши совместные презентации, потому что вот мы делали такие как домашние заседания, очень, очень хорошо, и люди, в принципе, инвестировали. То есть Наталья, там Олег, Виталий встретили вообще с открытой душой, и, ну, вообще, видите, переполняет вообще. Вот, что хотелось бы сказать по поводу адресного проекта. Абсолютно верно Сергей Анатольевич уже сказал. То, что мы делаем сейчас на уровне вот этих адресных проектов, это только нам дает такой, как, ну, step forward, да, то есть маленький шажок вперед, и мы уже, мы выходим на те круги, на тех министров, да, которые нам сегодня дают добро, то есть они дают нам зеленый свет, но тут ни в коем случае нельзя обольщаться, что они нам дадут денег, да, и так далее, потому что никто никогда этого не делал, нету нигде ни одного стенда, где это можно посмотреть. Соответственно, что они нам дают? Они нам дают зеленый свет на то, чтобы мы это делали. Соответственно, что мы должны сделать в свою очередь, да, и что Наталья будет делать и Олег в Ирландии? Они будут именно собирать вот этих вот ирландцев, англичан, ирландцев, всех, которые будут инвестировать именно вот туда. Почему? Потому что намного легче инвестировать себе домой и понимать, что это у тебя строится под боком. Когда я им начал рассказывать, немножко отступлюсь, да,
Когда я начал рассказывать о том, что у нас в Белоруссии строится, это, конечно, классно, все они видят, что действительно картинки строятся, но они туда не могут сейчас поехать сразу и посмотреть. Поэтому, когда я им сказал то, что а если у вас это будет строиться, вот то, что мы там делаем, будет здесь строиться, только в миниатюрной версии, вы будете готовы инвестировать? И там люди готовы уже инвестировать именно в этот проект. Мало того, мы встретились, вот этот вот на видео, которое будет, он будущий министр, то есть он баллотируется. А предыдущий, то есть существующий, да, то есть не буду его называть его имени пока что, да, но вот этот человек, то есть он нас принял. Опять же, благодарность Наталье, что она как бы сконтачила, да, нас вместе. И, соответственно, мы встретились. Буквально за минут 5 моей презентации ему, он четко понял, что это даст. Первое, это это экологичный транспорт, да, соответственно, никаким образом не входим в конфронтацию с зелеными, да, то есть с Greenpeace. Второй момент, это уникальное новое решение именно прогулочного транспорта. Ну, даже не транспорт, я бы сказал, прогулочного такого велобайка, да, юнибайка, как с Анатолием Эдуардовичем решили. Соответственно, что это дает? Это дает привлечение туризма в Ирландию. А Ирландия, чтобы вы понимали, она живет за счет туристов. То есть там, ну, очень мало, там есть, конечно, фабрики, да, там по переработке чего-то, но самое главное это именно привлечение туризма. Так как они видят, что это что-то новое, классное, уникальное, а когда я еще показал с разрешения Анатолия Эдуардовича вот эти юнибайки, да, как они выглядят и как они вписываются в ландшафт, ну, знаете, ребят, я могу сказать то, что там вопросов вообще не было никаких. Мало того, ну, он нас, конечно, проводил, в общем, сказал, все в порядке. Обменялись мы с ними контактами, то есть это моя первая визитная карточка, да, вот такого вот большого дяди, так его назовем. Но буквально вчера я получил от Натальи то, что он 24-го собирает всех министров, то есть все те люди, которые на сегодня отвечают за то, чтобы проложить трубу, кабель, проложить там какой-нибудь, там поставить световой фонарь, да, и так далее. Вот эти все люди, они будут ждать меня 24-го с презентацией именно вот уже на вот этого легкого прогулочного транспорта на их земле. Соответственно, для нас это что? Это первое, мы выходим на тех людей, которые готовы нам дать зеленый свет, да, то есть, пожалуйста, берите, делайте и стройте. Второе, это будет больше инвестиций, потому что ирландцы, то есть они будут инвестировать именно в свою землю, но так как мы делаем одно общее дело, мы же будем отправлять Анатолию Эдуардовичу на там изготовку документации, правильно? А соответственно, значит, будет продвигать нашу стройку. Вот, это существующий, да, а вот тот, который вы видели, ну, это буквально было в тот же день, вечером, короче, меня свели еще с одним человеком, который баллотируется. То есть он баллотируется в Думу. В марте у них будут эти самые выборы. И, значит, у него уже там есть определенная часть людей, которые за него. И вот этот вот человек, он мне такой говорит, ну, опять после моей презентации, он говорит, крутая вещь, давай это самое, у меня есть земля. Я говорю, хорошо, ну, мне надоели вот эти бла-бла-бла, давайте сделаем так. Можем на эту землю поехать? Он говорит, да не проблема, завтра приезжай. И вот я приехал на эту землю, на эту его территорию, да, где у него уже стоял там какой-то шиномонтажный ангар, то есть это уже земля показана, что на ней строить можно. И он мне говорит, вот смотри, полмили отсюда до туда мы тебе даем землю, да, то есть получается пол квадратной мили. Это на такой, как, ну вот как мы с ним договорились, это, знаете, вот будет такой, как картинг, да, вот кто на картингах ездил, то есть вы уезжаете куда-то, и там стоит такая, как площадка картинговая, все подписались и едут, да. Соответственно, это как демонстрация. Он сказал, как только я увижу, что это не какой-то там это фантазия, да, что это реальность, я привлеку миллионы, миллионы и миллионы инвесторов.
Соответственно, что это нам дает? Это нам дает, опять же, такой как следующий этап для, ну, для осуществления того, что мы делаем. Мало того, да, мало того, он готов сам учредить, ну, как бы сам стать директором, да, компании, а в Ирландии, ну, чтобы вы понимали, тот человек, то есть если Ирландия директор компании, то ирландцы за ним идут. Если там какой-то приезжий, да, директор компании, то, ну, как бы, ну, вариантов особо немного. Плюс у нас уже даже есть, вот через Наталью, есть строитель, который готов браться и строить. Понимаете? Что от нас требуется? От нас требуется им показать, что это реально, да, что мы это можем сделать, и Анатолий Эдуардович, соответственно, сделает документы, которые покажут, что это реально. Второе. Да, архитектор тоже необходим, но это уже будет именно вот этот вот строитель, Том, его брать. Второе, что нам надо, нам нужно показать, что это прибыльно, а так как это находится, вот если вы посмотрите, да, в Google, есть такое место, Марина, до сертификации мы начинаем юнибайки. Поймите, юнибайки, им надо меньше сертификации, чем этому самому, чем транспорту. У нас именно до сертификации мы транспорт не можем запустить. А юнибайками там полегче. Но не суть дела в этом. Посмотрите, пожалуйста, есть такое место, НОК называется. Вот это 10 километров от этого НОК аэропорта, и у них очень большой, как сказать, в общем, там такое очень туристическое место, потому что, как, в общем, Дева Мария там появилась перед какими-то там 15 людьми, и после этого там построили церковь, и каждый год, примерно 6-7 месяцев в году, более миллиона людей ежемесячно посещают эти места. Там люди, которые торгуют баночки для того, чтобы увозить с собой святую воду, да, которую там осветили, они мультимиллионеры, потому что, ну, народу там просто валит куча. И вот это буквально 10 километров от этого места, полмили, получается, это где-то меньше километра от главной дороги, да, до этой как его, земли, на которой будет строиться вот это вот место. Поэтому то, что мы сейчас делаем, да, это только благодаря тому, что идет стройка. Вот если бы стройка не была бы, то и, наверное, с нами особо так бы не общались. Поэтому всем вам большое спасибо. Я буду вас постоянно держать в курсе новостей, и, ну, в общем, что могу сказать? Благодарю. Давайте будем делать то, что мы делаем, и остальное все придет. Сергей Анатольевич, вам слово. Да, Арман, большое спасибо. Друзья, вы не представляете, как это приятно слышать и с Армандом общаться, так сказать. И я могу сказать, что, ну, тут Арманд, к слову, там, или в твой огород, даже не камень, наверное, так сказать, а в твой огород, наоборот, присек, что когда в марте я тебя увидел в прошлом году, у меня сразу сложилось такое просто внутреннее ощущение, что мы будем вместе и много работать. И я могу сказать, у меня такое же ощущение сложилось, когда ко мне Алексей Суходоев подошел, говорит, а можно вам задать вопрос? Я его когда первый раз увидел, стоит такой мальчик в очках, там, так сказать, как бы, и начинает задавать вопросы. Вот у меня сразу тогда возникло полное ощущение, что да, действительно, это люди, которые будут работать. А сегодня я, допустим, ну, могу вам там признаться, что я не представляю сегодня, как бы вот без Алексея, без Арманда сегодня бы развивался проект, лично я как бы работал. Вот, поэтому я могу сказать, что команда, которая формируется сейчас, и уже сформирована, и Ольга Шантина, вот, тоже член нашей команды, да и все, я каждого могу назвать, и Андрей Хавратов, который также на этой мартовской конференции подключился. Это говорит о том, что, друзья, мы как раз все включились, и благодаря нашей совместной энергии все это идет. Ну, а здесь, друзья, у нас был такой, ну, не будем называть фамилии, но такие, знаете, как бы не очень приятные разговоры по поводу Арманда, что вот как вот мальчик с Латвии без образования, Гарвард не заканчивал, Оксфорд не заканчивал, ведет и выходит на уровень
готовится к встрече с мэром Лондона, встречается с министрами Ирландии, теперь готовится встреча с премьер-министром Ирландии, продвигает вопросы с крупными бизнесменами. А я как раз могу сказать, друзья, а кто это будет делать, если не такие ребята, как Арман, как Леша Суходоев, там Алексей Суходоев, как Ольга, кто это будет делать? Друзья, мы это и будем делать, для этого и создан. И как раз Арман тут звонит, и как раз вот это уже на нашу мельницу, знаете, такой воды. Знаете, я, говорит, начал рассказывать таким людям о шестом технологическом укладе, о развитии проекта, о технологии, и задали вопрос, говорит, а где вы учились, откуда вы это знаете? Вот, он говорит, да так, на вебинары хожу, вот, технико-экономические и на конференции езжу. Это я в шутку, конечно, говорю. Но это, друзья, как раз говорит о том, что, что мы с вами делаем, друзья, это и есть острие. Острие науки, острие технологии, острие тех изменений, которые мы делаем. Еще очень интересный парень вот, с мяса, вот, Миша, то есть, который отзыв, кстати, посмотрите его в сети, он на прошлой неделе выложил просто интереснейший и свой отзыв, и сынишка у него там про Skyway с плакатом стоит, то есть интереснейший такой, посмотрите, я говорю, не пожалеете, это действительно искренняя такая вещь, то есть вы очень много для себя поймете. Тоже вопрос, а какое сейчас надо иметь образование для того, чтобы быть в проекте? Друзья, время прошло уже, сейчас нам некогда заниматься образованием и получать то, чему где-то учат в Оксфорде, в Гарварде, в Йеле, там еще что-то. Друзья, надо, у нас есть своя Академия Новой Евразии, надо быстро осваивать курсы, которые мы делаем, и включаться в работу. Нам некогда уже ждать, друзья, нам уже не учиться, нам уже работать надо. И второй вопрос, то, чем сейчас Арманд занимается, уже учить пора, а не учиться, понимаете? Поэтому мы очень быстро этот этап проходим. Вот. И я еще раз от себя могу сказать, что я очень рад, что я работаю с этими молодыми ребятами. Я считаю, что мне повезло, нам всем повезло. Ну, вот. Ну и дальше вот передаю слово еще одному нашему, так сказать, герою нашего времени. Алексей, тебе слово, ты у нас уже по Челябинску теперь. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, я думаю, что многие меня знают. Новичкам большой привет. И запомните этот день. Этот день изменит вашу жизнь навсегда. Я всегда это говорю. Это действительно так, потому что мы действительно принимаем участие в грандиознейшем проекте. И тот проект, который изменит очень многое. Собственно, на этих выходных я презентовал в городе Челябинске именно историю развития адресного проекта в городе Челябинск. То есть это, да, действительно уже складывается в историю. Все началось со 2 августа, потом в сентябре 2015 родилась вообще концепт, форма концепта Юнибайки. Первый адресный проект «Поехали» в парке Гагарина. И, соответственно, далее произошло донесение стратегии концепции легкого прогулочного транспорта именно как точка входа для Анатолия Эдуардовича Юницкого. То есть Анатолий Эдуардович Юницкий эту точку входа принял. И более того, мы в этом плане совпали, то, что Анатолий Эдуардович Юницкий также держал в голове именно вариант развития в подобном ракурсе своей технологии. И, собственно, замечательно, что это было принято быстро, потому что это было необходимо принять на тот момент. И закрутилось с того времени очень быстро именно история общения, то есть я познакомился уже в Челябинске с проектировщиками. То есть, вот, пожалуйста, я сбрасываю ссылку на новость, которая у нас на сайте размещена. Я думаю, что в ближайшее время либо на сайте, либо в Google файле я сброшу как минимум на своей странице ВКонтакте именно то, что произошло буквально вчера. И, друзья, я вам могу сказать, в чате встречал такие фразы, что наш проект действительно благостный, нас как будто ведут свыше. Да, друзья, так и есть. Нас ведут свыше, и нам везде будет зеленый свет. Я хотел бы, чтобы вы к этому привыкали. Но... Чуть-чуть, звук чуть-чуть у себя это сделай, подхрипывает. Но, правильно, чуть-чуть. Но не привыкали ни в коем случае расслабляться. Потому что история адресного проекта в городе Челябинске, естественно, она началась со знакомства с лоббистом. То есть без лоббирования невозможно были бы телодвижения, которые были установлены уже. Далее, естественно, подключилась команда, то есть я как директор адресного проекта именно в городе Челябинске, но я бы ничего не сделал без команды. И, друзья, не расслабляйтесь, ничего не будет по адресному проекту в том или ином регионе, если не выполнено два условия. Первое условие – это структура, это сеть, и второе условие – это лоббирование. Да, для первого проекта будет, естественно, преференции какие-то, возможно, участие всего фонда, участие...
части с головной компанией, то есть это мы все будем обсуждать, но это только для первого проекта. Максимум это первый проект в России и за границей. Но мы должны понимать, что наши проекты находятся на самоокупаемости. И сейчас многие люди мне пишут именно как координатору адресных проектов. То есть, не поверите, действительно, вот сила мысли, она имеет безграничные возможности, что несколько месяцев назад я задумал себе, свизуализировал, так скажем, что я хочу быть координатором проектов как минимум 3-5. На данный момент в реестре, и реестр сейчас мы будем именно формировать, в том числе вкратце в общем доступе, чтобы вы могли вот этот список выдавать с людьми, с которыми вы будете рассказывать. Но в первую очередь, чтобы понимать, что в том или ином регионе ведутся телодвижения. Естественно, в первую очередь мы вам рекомендуем все делать по концепции, в первую очередь, Unibike, потому что по ней на самом деле действительно проще всего общаться, так как это действительно точка входа. И мы разработали в содействии, в содружестве с научно-производственным конструкторским предприятием Анатолия Эдуардовича Юницкого два аванпроекта, то есть это Видгов и Парк Победы. И, соответственно, 22-23 ноября, вот то, что вы видите, читаете, я думаю, уже по ссылке, произошло спонтанное участие. То есть я сразу после приезда с Минска, с закладки нулевого километра, буквально на несколько дней я был дома, и сбросил ссылку именно вот участнику команды Евгении Баклуниной, что «Жень, сходи, пожалуйста, на тусовку по опору России». И там как раз она встретилась с теми организаторами, которые на площадке которых мы организовывали зимнюю конференцию, это вторая уральская. И, соответственно, Яна нам сказала, что будет проходить Business in Motion, пожалуйста, мы хотим очень вас видеть. Причем я неоднократно говорил, что условия участия были просто смешными. Причем это за два форума. Еще скоро 16-17 октября будет проходить экологический форум. То есть всех челябинцев приглашаем в международный выставочный комплекс, именно World Trade Center. И начали происходить действительно события. Я к ним уже привык, они закономерные. Но за полтора дня на форуме мы вышли на замгубернатора. То есть, естественно, это была первичная презентация, и, соответственно, уже замгубернатора поручил разобраться именно управлению транспорта Министерства дорожного хозяйства. Пожалуйста, были присланы уже, когда я приехал с московского форума, официальные письма, на них мы незамедлительно ответили, то есть я составил ответ. И, соответственно, было организовано совещание с Филипповым, господином Филипповым, который является именно начальником управления транспортом Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. И более того, на подобных совещаниях, так же, как и с губернатором, так же, как и непосредственно уже вчера буквально мы общались, несмотря на то, что эта встреча планировалась только в конце этой недели, то под вопросом, мы уже общались с главой, именно замглавы по архитектуре и градостроительству. И без этого, я могу сказать, без общения, вот что касается Российской Федерации, могу сказать железно, что если вы не заручились поддержкой лоббистов, развития своей структуры, то есть это самоокупаемость адресного проекта, чтобы не брать из проекта, нам нужно финансировать экотехнопарк. Это наша первоочередная задача. Без финансирования экотехнопарка не произойдет демонстрация юнибайков, и мы можем параллельно запустить финансирование, да, обязательно это нужно сделать, причем в различных регионах. Вот буквально вчера тоже я не удивляюсь таким совпадением. Мне человек из Екатеринбурга написал, что его знакомый садится в кресло директора местного парка, который является красивым парком, и, соответственно, там можно построить трассу юнибайков. И, друзья, почему мы заговорили о юнибайках? Юнибайки – это как раз точка входа на всех совещаниях, на которых я принимал участие, не просто участие, на которых я продавливал почву по нашему проекту, и были дискуссии, были моменты, когда нужно было побыть мальчиком для битья, для технических специалистов. Но это искусство переговоров, естественно,
Если человек не умеет вести переговоры, то нужно учиться. Именно Академия частного инвестора, Skyway Invest Group, будущая Академия, вот Новая Евразия, наши курсы по адресным проектам, мы вас научим, как общаться с чиновниками. Это будут специальные курсы, и, друзья, вот с каждым днем, действительно, у нас год за 10 лет считается, ощущаешь, что каждый день это прожита действительно неделя, то есть получаешь такой колоссальный поток знаний, и то, что вчера произошло, я вам могу сказать, меня очень сильно потрясло, и просто запишите на листочке бумаги, что если у вас есть парк в городе, если это действительно в будущем окупаемое, перспективное место расположения, и если у вас есть поддержка не лоббирования, а под мэрии города, то вы можете смело идти в этот парк и просто заключать договор на вновь образованную компанию. Это значительно отличается от того, что необходимо пройти, чтобы согласовать городской пассажирский транспорт, грузовой транспорт, высокоскоростной транспорт. Но, друзья, чтобы построить юнибайк, на самом деле требуется намного меньше телодвижений. И на всех совещаниях, я повторяю, начали общаться люди сами про городской пассажирский транспорт. Буквально вчера мы обсуждали замглавы по градостроительству и архитектуре. Уже вопрос будущего строительства, то их естественно не интересуют парковые аттракционы, так называемые наши юнибайки. Да, это по сертификации не будет являться транспортным средством. Что касается юникаров, юнибайков, это будет, соответственно, электрический трамвай. Что касается юнибайков, это будет действительно по сертификации аттракцион. То есть это спортивно-развлекательный туристический кластер типа Skypark. И такие скайпарки мы до именно демонстрации сертификации, наша с вами цель, но она вторая, это вторая цель. Наша с вами цель развиваться не то, что параллельно, а представьте, что именно финансирование нашего проекта, именно развитие сети в ваших регионах должно идти с опережением. Потому что представьте, если будет лоббирование именно опережать процесс финансирования, что вы будете делать? Что вы будете делать, когда вам проектировщики скажут, что, дамы и господа, уже нужно оплачивать авансовые платежи на проектно-взыскательные работы. И более того, мы рассматривали пункт 0, 1, 2, 3, 4, 5. Но есть еще нюанс, есть еще пункт минус 1, без которого невозможно развиваться. И более того, я бы хотел вам сказать и предостеречь, не думайте даже развиваться без этого, потому что если будет выбрана трасса неправильно, если будет выбрана неправильная трассировка, я уже наслушался от этого всего, общаясь с проектировщиками, что целые торговые комплексы могут быть построены не в том месте, буквально отклонением несколько десятков метров, после этого говорят, все под снос. Либо в 10, в 20, в 30 раз больше платить именно за переоформление документов и переориентацию проекта. То есть проект изначально должен быть согласован. И работать, по крайней мере, в Российской Федерации, во многих странах СНГ должны проектировщики. То есть давайте заручаться, первое, именно лоббированием, второе, нет, первое это сеть, первое это сеть. То есть видите, вот меня самого перевешивает, и на самом деле эту школу сейчас я сам прохожу, и в Челябинске я лично чувствую ответственность за тот адресный проект, который мы инициируем. То есть это действительно уже родной адресный проект. Когда мы подписывали Челябинск и Екатеринбург, мы обязательно сделаем этот проект высокоскоростного транспорта. Но у меня складывалось предчувствие и предвидение, что этот проект будет позже. Будет нечто именно локальное, нечто именно в Челябинске. Да, я разговариваю на французском и так далее, но намного правильнее сейчас инициировать здесь, в Челябинске, потому что я здесь нахожусь, я здесь могу общаться с чиновниками, и у меня здесь есть команда. И мы выложим в чатах, как минимум на своей страничке ВКонтакте, я выложу информацию, как только мы обработаем видео именно с прошлой конференции, с такого после затяжного перерыва сбора, присутствовало более 40 человек. Сейчас мы намерены расти в геометрической прогрессии, и вчера были проведены очень серьезные
переговоры с Григорием Михайловичем Мирошниченко, руководителем представительства города Челябинска. У нас нет времени, у нас сейчас просто нет времени, потому что в любой момент нам проектировщики могут сказать, что да, уже пора финансировать. И, друзья, очень будет печально, если мы скажем, что давайте подождем. Это будет просто несерьезно. И помните одно, что действительно, в первую очередь, мы сейчас ориентированы на народный краудинвестинг, на формирование сети, на формирование нашей инвестпроводящей системы. И это именно тот заряд, который позволит взлететь любой ракеты, несмотря на то, что это не экологичное средство передвижения. Но это сможет именно совершить квантовый скачок действительно вашего адресного проекта. Потому что когда у вас за плечами сеть, вам уже ничего ни почем. И тут даже дело не в электорате там и так далее, дело именно в сети. Дело в вашей силе, в вашей финансовой свободе, именно в финансировании адресного проекта и в вашей уверенности в завтрашнем дне. Потому что как только вы сможете оплатить предпроектные, проектно-изыскательные работы проектировщикам, поверьте мне, найдутся и крупные инвесторы, найдутся и средние инвесторы, и шквал развития адресного проекта в вашем регионе вы не представляете, как пойдет. Вот, собственно, такой вот небольшой экскурс. Переходите по ссылкам. Благодарю за внимание. Строй SkyWay, спасай Россию. Строй SkyWay, спасай планету. С вами Алексей Скотарев. Счастливо. Алексей, спасибо. Друзья, это, ну, я считаю, как бы такая у нас логическая развитие того, что мы делали. То есть с Алексеем мы сейчас делаем просто, вы не представляете, насколько колоссальную большую работу, именно по шагам, чтобы четко понимать, с кем, какая последовательность действий, какая система возникает вплоть до того, писем на глав администрации, на мэров, на определенные комитеты, потом согласование с какими структурами, какие должны быть документы и так далее. И мы подготовим весь этот алгоритм, чтобы можно было человеку, который готов или хочет этим заниматься, соответственно, который пройдет определенное обучение, значит, он получает всю эту возможность и дальше стартует с тем, чтобы дальше двигать это направление и двигать такой проект. А таких проектов, друзья, вот сейчас Алексей тут тоже спрашивают, где реестр. Друзья, реестр пока вот о всем реестре мы вам сейчас рассказали. Это проект в Ирландии и проект, то, что сейчас Алексей идет, это там, где уже созданы юридические компании, это уже от имени компании, где это выступает, где ведется сейчас уже переговоры и документы на передачу земли. Соответственно, уже готовится продажа долей в этой компании. Это, друзья, то, что делается. А в работе, вот тут спрашивает Дмитрий, а в работе у нас, друзья, и турецкий не один проект, Алексей тоже об этом рассказывал не раз, и у нас проекты в Киргизии, в Казахстане, и проекты в Лондоне, и тоже говорили, что Арман готовит сейчас переговоры с очень высокопоставленными чиновниками и в Лондоне, и в мэрии, и вокруг мэрии. Поэтому, друзья, это весь вопрос, который движется, и по мере того, как это будет развиваться и делать, мы будем вам об этом рассказывать, показывать будет реестр. Естественно, что сейчас, так как мы к этому направлению подошли, мы с Алексеем сейчас шаг за шагом своими руками все это проделываем, чтобы создать весь исчерпывающий пакет документов, который будет дальше реализоваться и который будет помогать вам дальше делать. И мы будем дальше сопровождать это направление, будем делать. И это как раз то развитие, которое идет. И поэтому, друзья, здесь сейчас о чем надо сосредоточиться и что надо сегодня делать. Для того, чтобы это все стало реальностью, друзья, ни в коем случае. Мы сейчас уже в рядах регионов проходим такую ошибку, когда говорят, сеть меня не интересует, народная поддержка. И что такое сеть, друзья? Это народная поддержка проекта. Если у нас этой поддержки нет, если об этом проекте никто не знает, а вы хватаете документы и бежите к мэру, и мэр говорит, случилось чудо, и мэр вам говорит, стройте. Вы подписали все документы, а потом проектировщики вам говорят, хорошо, надо 50 тысяч долларов, чтобы оплатить изыскательные работы, оплатить трассировку. Без этого проект дальше делать нельзя. И что? Вы как инициатор этого адресного проекта, вы приходите к нам и говорите, я хочу инициировать проект, дайте теперь 50 тысяч долларов, мне надо проектировщикам заплатить. Друзья, это абсурд.
Это нереальность. Это, скажем так, это пустые шаги, пустые слова. Когда вы начинаете хвататься и делать то, чего вы не можете сейчас сделать. А соответственно, если не можете это сделать, так тогда не надо дергаться, не надо перепрыгивать то, что вы можете сделать. И вот мы как раз с Алексеем сейчас это подходим, и так как очень оперативно это идет, мы сейчас подошли к тому, что нужны очень серьезные суммы, которые надо платить уже в этом месяце, а наша партнерская сеть с этим не справляется. Поэтому вопрос такой, либо занимайтесь здесь, как раз Дмитрий сейчас сдает, что, ребята, давайте мы со всей сети соберемся и поможем Челябину. Наверное, так и придется делать. И, наверное, для первого проекта, друзья, мы обратимся и скажем, давайте, друзья, поможем первому челябинскому проекту, но только один раз, потому что это первый проект. А всем остальным, друзья, если мы сейчас дальше будем всей сетью строить какой-то адресный проект, зачем его там тогда, друзья, инициировать? Проект должен приносить деньги в проект. Адресный проект должен финансировать конструкторское бюро. Адресный проект должен стимулировать развитие сети. А если он при этом сам, и мы столкнулись уже с такого рода нашими активистами, нашими, когда говорит, ребята, я готов вам приносить деньги, я готов приносить вам структуру, но для этого мне заплатите вот за это, сделайте мне вот это, а еще напишите мне вот это, и тогда я готов. Мы сразу говорим, друзья, это не партнерские отношения. Нам такие партнерские отношения сегодня не нужны, значит, вы занимаетесь не своим делом. У нас весь алгоритм, который сейчас расписан, направлен на то, чтобы мы инициировали проект, который помогает построению партнерской сети, который помогает продвижению проекта, который помогает привлекать местных чиновников и местных бизнесменов в проект, а не наоборот. И если мы должны за это платить, то, друзья, наверное, чем-то мы с вами не тем занимаемся. Поэтому сейчас вопрос, что на первом проекте вот и весь вопрос сейчас... Уже тоже интересно, я могу сказать, такой момент, что между Армандом и Алексеем, еще тут ряд интересных ребят, уже возникла некая такая конкуренция, некая соревновательность, кто первый запустит проект и где мы в первую выйдем на строительство первой сети. И, наверное, будет, друзья, справедливо, если первому проекту мы все вместе, там, знаете, там с мира по нитку, Алеше там будет рубашка в виде изыскательных работ и первого бизнес-плана. Наверное, первому проекту стоит помочь для того, чтобы он стартовал, и мы на нем отработали весь алгоритм. И, наверное, сразу надо договориться, что это можно будет делать только для одного проекта, а не для всех. Все остальные должны двигаться. Поэтому, друзья, я могу сказать, что это очень интересная логика. И второе, я прошу, чтобы вы на это очень обратили внимание, что очень важно. Эти два проекта мы обсуждаем с Армандом и с Алексеем. Это люди, которые с марта прошлого года, это которые первые инвесторы, за которыми стоят уже тысячи, десятки тысяч людей. У Алексея, наверное, одна из самых крупных структур, которая сегодня создана, так сказать. Поэтому, друзья, надо понимать, что мы речь ведем только с ними об этом вопросе, потому что они всей своей работой показали, что они работают в проекте, что они могут привлекать людей и что они делают это направление. Естественно, мы сейчас сталкиваемся с тем, что приходит человек с улицы и говорит, я хочу адресный проект, давайте мне что-нибудь. Друзья, это не серьезный разговор. С такими людьми мы разговаривать не будем. Поэтому, как минимум, мы говорим, что, друзья, зарегистрируйся в компании, давай покажи, что ты делаешь, покажи, сколько ты привлекаешь людей и покажи, что ты можешь сделать. Есть второй момент, когда вы являетесь личным крупным инвестором. У меня сегодня есть два очень моих товарища, которые инвестировали не по одной сотни тысяч долларов. И они тоже претендуют на то, чтобы запускать адресный проект. Один в Словении, другой в Сочи. Друзья, это тоже право выбора, и в принципе мы к таким людям тоже относимся с пониманием, потому что если человек личный крупный инвестор, то соответственно он тоже имеет право на то, чтобы продвигать. И третий момент, который мы будем очень важно делать, это обучение, что если вы пришли и вы проходите обучение, вы платите за обучение, вы получаете информацию, вы покупаете определенные документы, которые мы сегодня нарабатываем, тогда вы тоже будете иметь право заниматься адресным проектом. И вот эти вот три условия, они должны быть обязательными, друзья, и прошу к этому отнестись абсолютно и с пониманием, и с другой стороны, для нас это фильтр, когда люди, которые несостоятельные, которые о себе мнят больше, чем они реально могут сделать, с такими людьми, конечно, мы должны не то что не сотрудничать, мы должны сразу отсекать такого рода болтунов, потому что по практике могу сказать, друзья, болтунов очень много, и мы с Алексеем их встречали уже не раз и не два
каждых регионах, где с одной стороны выглядят вроде бы серьезные состоятельные люди, а в самом деле не в состоянии сделать ничего, кроме колебания воздуха. Так вот, таких болтунов мы должны отсекать сразу. И здесь, друзья, это просто элементарный тест на профессионализм. И эти тесты дальше мы будем проводить. И для того, чтобы работать и иметь право продвигать такие адресные проекты, это право, друзья, надо и получить, и заслужить. И я думаю, что это будет встречено с пониманием. Другое дело, я обращаюсь к тем, кто сегодня, потому что я очень многих знаю, и я практически всем отвечаю на письма, которые идут уже с теми, кто давно в нашем проекте. Когда, друзья, вы, когда уже с нами не один год, и когда вы доказали свои работы, вы инициируете проект, естественно, друзья, это будет только приветствоваться. Естественно, друзья, это будет только встречать, когда вы, находясь в нашей системе, когда вы, увидев, в чем в этом интерес, начинаете инициировать такого рода проекты, конечно, друзья, это только мы за, только будем помогать, соответственно, всеми силами. Естественно, что для наших тех, кто работает в нашей структуре, это тоже, кстати, плюс, который вот мы несем как образовательный проект. Друзья, мы будем вас учить и помогать бесплатно, если вы наши активные члены, если вы работаете в нашей структуре, естественно, мы вам будем давать всю информацию, мы будем оказывать вам все консультации, мы будем показывать вам все, что надо сделать по шагам, и будем и днем, и ночью круглосуточно работать для того, чтобы вы могли запустить такого рода проект. И здесь, я думаю, что и Леша, и Арманд, и все остальные наши ребята будут помогать и всячески этот процесс двигать. Поэтому, так, ну, друзья, я тут... Будут начисляться акционные головной... Нет, это самое... Да, тут Алексей отвечает на вопросы. Да, Алексей, ты тогда отвечай на основные вопросы, чтобы я на чат уже не отвлекался. Вот, соответственно... Вот, поэтому, друзья, это сегодня очень важно понимать, и я могу сказать, что сегодня у нас очень важная задача. Мы перед конструкторским бюро и лично перед Анатолием Эдуардовичем Юницким взяли очень серьезные обязательства, и Андрей Ховратов, как руководитель Skyway Invest Group, и мы, как каждый из активных сегодня директоров, которые продвигают свое направление. И поэтому на нас сегодня ответственность очень высокая. Мы не имеем права сегодня не снизить темпы развития проекта, ни темпы привлечения людей, ни темпы инвестирования. Потому что от этого сегодня, друзья, зависит очень многое, и на карту поставлено очень многое. И поэтому мы не можем сегодня по каким-то причинам там снизить активность или по каким-то причинам сказать: друзья, ну все, больше я не хочу работать, или больше я, так сказать, это дело лично каждого. И каждый, кто сегодня в проекте, может сам для себя отвечать на эти вопросы. Но от тех, кто чувствует на себе ответственность, допустим, на таких директорах, как я, как Алексей, как Арман, вот, мы просто уже не имеем права сегодня не выполнять те обязательства, которые мы на себя взяли. Мы не имеем права сегодня не обеспечивать то финансирование, которое от нас сегодня ждет конструкторское бюро. Мы не имеем права сегодня не выполнять тех заказов, которые сегодня размещены на производстве и требуют дополнительной, ну, сегодня оплаты финансирования и так далее. Это очень важные вопросы. Мы это, друзья, для этого мы работаем, для этого мы делаем все. И я считаю, что все перспективы у нас сегодня здесь на руках. То есть мы с вами видим, видите, мы вебинар начали с того, что Алексей показал. Строительство идет, монтаж идет. И я не знаю, Алексей, есть у нас здесь фотографии, которые я тоже раньше обещал, с того полигона, где стройка идет на 2001 года. И сейчас я обещал, что мы будем делать... учить нас всех за деньги, вместо того, чтобы привлекать инвестиции на стройку. Повышает откуда-то это... Учиться, лучше деньги инвестировать Юницкому. Галина, значит, я сейчас не понимаю или не представляю, о чем вы сейчас говорите, поэтому не могу сказать. Мы сейчас речь ведем о фильтре, который я сейчас четко до вас пытался донести. Если вы не поняли, значит, проговорю еще раз. Мы ведем о фильтре тех людей, которых мы будем звать в партнеры по реализации адресных проектов. Это уже, друзья, не построение сети, это уже не привлечение инвесторов. Это, друзья, конкретный бизнес. Это конкретные компании, которые создаются для того, чтобы строить облегченную сегодня трассу юнибайков, ее эксплуатировать и получать прибыль. Это ничего общего с тем, что вы сегодня говорите, нету. И поэтому для того, чтобы к нам не приходили люди с улицы, для того, чтобы мы выбирали партнеров, мы вводим определенный фильтр.
И основной для нас фильтр, на который мы будем смотреть, и из кого мы будем выбирать партнеров в этот бизнес, это из тех, кто работает в нашей сети, кто показал и доказал в своей работе, что он может привлекать инвесторов, он может работать. И второй, это, друзья, если кто-то из крупных бизнесменов, который там становится инвестором, это тоже фильтр, который есть. И третий, это тот, кто в обязательном порядке получил образование, получил информацию, которую мы довели. И поэтому, что здесь странного или что здесь, я точно сказать не могу. С учетом, что все деньги, которые идут в адресный проект, друзья, они все идут в конструкторское бюро. Потому что на эти деньги заказывается проектная документация, а это платится в конструкторское бюро. На это заказываются проекты, а это платится в конструктор. На это заказывается документация, именно чертежи, а это платится в конструкторское бюро. Но это, друзья, уже делается не за акции, это делается за ту работу, которую делает конструкторское бюро по прямому своему назначению. Это их бизнес — продавать технологию. И мы уже становимся потребителями этой технологии, соответственно, развиваем адресные проекты. Если здесь что-то непонятно, друзья, могу объяснять еще раз. Пишите вопросы, но насчет... тут если нет $1000, учить нет. Я, друзья, не знаю, о чем вы сейчас говорите. Я просто не в курсе, какой ситуации, а какой $1000 вы сейчас... это самое, вы спрашиваете. Так, Галина, не переживай, деньги за... Друзья, все, что мы сейчас делаем, и все вопросы, которые идут, это все идет только в конструкторское бюро. И мы сейчас делаем просто несколько точек входа, которые делаются. Тут даже никаких, не то что сомнений, тут системы никакой другой быть не может. И еще раз я говорю, ту систему, которую мы вводим, фильтров, это только для того, чтобы в адресных проектах были не проходимцы, не болтуны, которые хотят и увидели в том, что здесь на халявку сейчас можно пойти в администрацию и замутить какой-то там проект на 10-20, а как в Лондоне, на 100 миллионов фунтов. Понимаете, что такие проекты мы можем доверять только людям, в которых мы 100% уверены, которые мы точно знаем, что это наши партнеры. И что если Арман будет директор, не если, а уже директором являющейся компании London Sky Park, так мы точно должны уверены быть, что этот проект будет развиваться, привлекать инвесторов и работать в той логике, которую мы туда закладываем. И на сотни миллионов фунтов партнером может стать только очень проверенный, надежный человек. Арман таким является, он всей своей работой показал, что он такой член. И здесь как раз, по-моему, ни обид, ни сомнений, собственно, быть никакой не может. Никакой быть не может. Поэтому... Друзья, это вот та что позиция касается то, что мы с Алексеем делаем. Если есть еще какие-то обучающие пакеты, обучающие, которые вы спрашиваете, которые я не знаю, друзья, я здесь ответить не могу, потому что у меня на этот предмет информации просто нет. Вот, поэтому я уточню. Не пугайте людей, что... Поэтому сразу скажу, Александр, Руслан, вот вы задаете вопросы. Не могу ответить на этот вопрос, потому что вы мне все задаете вопросы Виктору, Собору, там еще. Напишите, друзья, ему и спросите. То есть я за все вопросы ответить не могу. Давайте мы будем в той логике говорить, которая сегодня идет. И если вам что-то непонятно в этом направлении, или у вас возникает сомнение или вопрос, почему адресный проект по Челябинску ведет Алексей, или почему проект по Ирландии запускает Арманд, или в Лондоне сегодня ведет Арманд, вот на эти вопросы я могу ответить. А на все остальные вопросы я, наверное, ответить не могу. Вот, потому что, наверное, не ко мне. Вот, поэтому, друзья, к чему мы сейчас подошли и что мы должны четко понимать и делать. Наша задача, друзья, это не снижать, а только увеличивать темпы финансирования конструкторского бюро. Затраты там сейчас только увеличиваются, потому что работа в поле, монтаж, и мы сегодня должны только наращивать темпы, наращивать работу. Сегодня то, что подключается система адресных проектов, это сопутствующий проект. Ни в коем случае нельзя сейчас говорить, как мы уже сталкиваемся с несколькими нашими активными партнерами, которые говорят, меня привлечение людей не интересно, мне расширение инвестирования не интересно, я буду заниматься только адресным проектом. Друзья, это большая иллюзия и заблуждение, потому что пока не будет народной поддержки, пока не будет количества людей, которые превысят критическую массу, а это 5-10% населения города или региона, ни о каком адресном проекте говорить преждевременно.
Поэтому мы сейчас рассматриваем эти проекты, то, что мы делаем, это как стимулирование, демонстрация. Демонстрация для чиновников, для бизнесменов. И как раз Арман показал в своем выступлении, что когда бизнес и власть говорит, что как только вы построите здесь первые 100 метров на деньги людей-инвесторов же из Ирландии, вот тогда мы вам обеспечим зеленый свет на сотни и сотни миллионов фунтов проектов в Ирландии. И это, друзья, мы будем реализовывать. И это как раз вопрос для того, чтобы и привлечь ирландских инвесторов, и показать распространение, построение ирландской сети, и в то же время сделать демонстрационный проект, который будет дальше распространяться. Это, друзья, конкретная задача, конкретная. Точно такая же у Алексея проекта в Челябинске. Никаких других вопросов здесь в принципе. И следующий момент, который мы сейчас видим, и мы тоже будем с вами об этом говорить, это следующий этап, что это и Алексей в Челябинске, и Сергей Феофанов в Самаре, и Маргарита Медонецкая в Питере. Мы сразу столкнулись с тем, что как только начинаем обсуждать легкий транспорт, даже не транспорт, а легкую инновационную туристическую систему, прогулочно-развлекательную, сразу же возникают вопросы, а можете ли вы решать транспортные задачи? Но транспортные задачи, почему сейчас идут несколько, вторым, сегодня для нас этапом следующим? Потому что Unibike и легкую систему мы можем построить и продемонстрировать и начать строительство уже летом следующего года. То есть весной продемонстрировать, летом начать строительство. И реально на реализацию уже в 2016 году мы можем выйти этих проектов. По городской пассажирской системе на следующий год, сентябрь-октябрь, будет только демонстрация, потом испытание и сертификация. И только после этого мы подойдем к реализации проектов. Но, друзья, тот путь, который мы наметили, он является точкой входа, и он в автомате выходит на то, что мы уже ведем эти переговоры, и следующий этап будет пройден только для намного проще, и мы это сейчас, вот то, что Алексей вчера вел переговоры уже с руководителем транспортного цеха Челябинска, в шутку я хочу сказать, и с градостроительством, с проектировщиками, они как раз говорят о том, что мы начинаем с легкой системы, но естественно понимаем, что это алгоритм, потому как мы начнем дальше работать уже и по городской пассажирской системе. Так, мы тоже можем инвестировать в ирландский проект. Тут материал, это самое. Ну, естественно, друзья, если у нас обязательно в нашем личном кабинете в ПО Евразия будут целевые программы, и все эти адресные проекты будут идти как целевые программы. Естественно, что если кто-то желает инвестировать в ирландский проект, челябинский проект, напрямую именно стать совладельцем этого проекта, естественно, что, соответственно, естественно, что мы препятствовать этим не будем, мы будем только за. Вот, поэтому, если кто-то захочет участвовать в нескольких проектах, это тоже, друзья, будет и приветствовать. Уже адресные проекты говорилось, что весной 2016 года. Так, задает Виталий. Но, Виталий, если вы слышали весь наш сегодняшний вебинар и то, что показал Арманд и показал Алексей, то не весной, а сегодня, 11 ноября 2015 года, эти адресные проекты уже запущены. Уже создана лондонская компания, Лондон Sky Park. Уже оформляется земля в ирландский проект. Уже согласовывается трассировка в Челябинске. Это что, вы считаете, адресные проекты уже не начались? Если вы хотите сказать, когда они будут закончены,
Да, но на самом деле не мудрено, это действительно накал энергетики, иногда наши стандартные средства связи не выдерживают. Прошу остаться, чтобы дослушать слова Сергея Анатольевича, потому что, естественно, сейчас мы в крайне важном этапе находимся. И я вам могу сказать, что 1,5 года назад я не думал, что вообще будут инициироваться вот в это время, в конце октября, в ноябре, адресные проекты. И более того, не думал, что это будет в моем родном городе. То есть я всегда грезил Франции, Европы и так далее. Параллельно мы будем там запускать и есть методика конкретная запуска, но сейчас нужно сделать здесь на местах. И каждый из нас с вами должен быть за свою родину, за свою именно свой регион, либо за тот регион, где есть связи, где есть возможность лоббирования. Но ничего не будет создано, если не будет сети. Вот, друзья, вот это вот хочется, чтобы все действительно поняли. Да, может случиться чудо, и вот вчера тоже именно команда Евгения и Владимир подключились, но они проходят тот путь абсолютно общения с крупными потенциальными инвесторами и так далее. Если потенциальные крупные инвесторы присоединятся на первой стадии именно к финансированию адресному проекту. И теоретически, так как нас ведут сверху, это может действительно произойти. Но нужно смотреть правде в глаза и финансирование обеспечивать именно своим регионом. Друзья, вот то, что Сергей Анатольевич говорил и так далее по поводу финансирования Челябинского проекта, Ирландского проекта, и я, и Арманд, мы понимаем ответственность, которую мы взяли. То есть вот есть поговорка Сент-Экзюпери, мы ответственны за тех, кого приручили. Вот считайте, что мы адресный проект. Я в Челябинске, Арманд в Ирландии, в Лондоне еще. Мы вот эти проекты уже приручили. А те проекты, которые мы будем вести, координировать, то есть, соответственно, Арманд, учитывая европейский опыт, я, учитывая российский опыт, это будут те проекты, которые мы также приручили, и мы несем за них ответственность. И, друзья, вот каждый житель города, на этом должна строиться реклама именно сарафанного радио, на этом должна строиться именно привлечение в сеть. И только на этом мы действительно построим адресный проект, причем мы можем запустить его уже осенью 2016-го, начнется стройка. Если говорить городской пассажирский, то в Челябинске городской пассажирский может быть построен в конце где-то 2017-го. Если вот мы сейчас прямо начнем его инициировать, то он будет построен в конце 2017-го. Юнибайки же могут быть построены значительно раньше. И давайте сфокусируемся не на инициировании адресных проектов, а в первую очередь наша цель, и мы как пуля должны просто лететь в цель, не видеть препятствий вокруг. Наша цель – это финансирование. Потому что когда у нас будет достаточное финансирование, и мы не будем говорить, что сегодня, да, супер, достаточно, все замечательно, друзья, мы должны уже привлекать в 3 раза больше. Естественно, есть идейные люди и так далее, научно-производственном, конструкторском предприятии, которые готовы работать просто за акции. Это золотые люди. Эти люди войдут в историю. Но финансирование должно увеличиваться, потому что стройка началась, и то же самое касается адресных проектов. Я также очень эмоционально выступил в субботу и буду не менее эмоционально выступать, чтобы все жители Челябинска поняли, что в этот проект нужно инвестировать, финансировать. Это будущее как Челябинска, так и их детей и внуков. Благодарю. Спасибо. Мне пришлось еще раз переключиться. Просто видите, тут я живу в деревне за городом. У нас как только свет вырубается, а это довольно-таки часто бывает. А сейчас погода такая, что обледенение там все это. Вот, у меня сразу сначала включает свет, потом интернет. Вот, ну сейчас вот пока на резервном свете, на резервном генераторе включились. Так что, друзья, так сказать, попрокают. Поэтому, естественно, кстати, выключилось уже буквально на последней минуте, когда я уже завершающую вещь как бы начал говорить. Но Алексей замечательно сказал вот это, ну, скажем, и свое видение, и вот этот завершающий аккорд. Мне этому даже добавить нечего, поэтому, друзья, давайте работать, давайте. Я рад, что мы собрались, и не зря мы здесь собрались. Я рад, что Транснет и мы объединяем мир. Это действительно сегодня наш девиз и наш лозунг, что Skyway, строй Skyway, спасай и Россию, и спасай планету. Это сегодня очень важный для всех шаг. Там, кстати, задавали вопросы, почему
заявлен вебинар час, а мы ведем больше. Но это видно новички совсем, потому что по традиции, наверное, вы знаете, что мы с Алексеем все-таки всегда ведем вебинар в районе час 20, час 30. Потому что для двоих, а тем более для троих, тот объем информации, который мы даем, в час уложить довольно-таки сложно. Поэтому здесь вопрос такой, что хозяин-барин, не хотите, не смотреть. И второй вопрос, если нет времени, то мы рекомендуем смотреть в записи, потому что в среднем мы так статистику отслеживаем, что у нас 350, а сегодня было 400 человек на вебинаре, и потом за следующие 2-3 дня где-то в среднем от 800 до 1000 просмотров идет потом в интернете. То есть это смотрится, это делается, значит, эта информация, которую мы несем, ну, я надеюсь, во всяком случае, друзья, что она нужна и она полезна. Вот, поэтому я не стал сегодня касаться, как вы заметили, темы, но опять же, в конце сказать, это тоже мне писали по поводу вопросов, связанных с террористическим актом, который был с самолетом Боингом 321, потому что мне там задали вопрос, а как вы можете утверждать, что это террористический акт? И на прошлом вебинаре я как раз жестко сказал, что это война, друзья, и война в ответ за то, что сегодня происходит в Сирии, и это война с экстремистами, с исламистами. Вот. Хотя официально до сих пор еще не заявлено, что это террористический акт нашим правительством, и при этом, как ни странно, те, кто следит за этой ситуацией, заметили, что сегодня пассажиров вывозят одними самолетами, а багаж вывозят военными самолетами другими. Как вы думаете, это неспроста? И Англия и все остальные страны запретили полет в Египет и объявили и Соединенные Штаты, и Великобритания о том, что это террористический акт. Друзья, все неспроста. Удивляет несколько другие вопросы, что вчера, наконец, признали, вот в «Коммерсанте» почитайте статью о том, что да, это террористический акт, но мне понравился акцент, который сделал «Коммерсант». Но он направлен не против России, а он направлен против туристической индустрии Египта. О том, что террористы взорвали самолет для того, чтобы в Египет больше никто не ездил, и, соответственно, для того, чтобы свалить правительство Египта. То есть это говорит о том, что правительство, которое сегодня отвечает, даже сегодня не может взять ответственность и четко заявить правде глаза о том, что сегодня происходит. Так на это ряд факторов, в том числе и финансовых, потому что это сразу несет финансовую ответственность. Но, друзья, выглядит это со стороны, я могу сказать, очень нехорошо и некрасиво. Поэтому мы прошлый вебинар, как вы помнили, мы посвятили безопасности и действительно показали, что при Skyway, при том, когда будет реализована система транспортная Евраз-Транснет, акционерами которой мы все с вами являемся, компанией Eurasian Rail Skyway System, если вы помните, то здесь я могу сказать, что это будет исключено в принципе. И то, что мы с вами сейчас и работаем, то мы как раз с вами боремся и делаем то, чтобы этого больше никогда не повторилось. И это возможно будет в другой системе, в нашей системе этого будет невозможно. Поэтому даже в этом, друзья, мы вносим посильный вклад в то, чтобы это больше не повторилось. Чтобы не было даже таких возможностей, какие были при взрыве вот таких вот самолетов, то, что сегодня готовится. Поэтому, друзья, мы с вами делаем очень важный момент. Мы сегодня с вами участвуем в очень большом процессе. И тот, кто это понимает, и я еще раз могу повториться, что форум, который прошел в Москве, когда мы все с вами вместе стоя аплодировали Юницкому, это как раз говорит о том, что люди, которые собираются вместе, которые понимают, о чем речь, они становятся действительно движущей силой, они становятся действительно проводниками того, что сегодня делается, и то, что мы с вами должны сегодня сделать. И второй момент, что только благодаря этой работе это может измениться, это может сделать. То есть каждый сегодня на своем месте меняет и строит будущее. И это, друзья, не какие-то эфемерные слова, это не какие-то высокие слова, потому что тот, кто бывает в конструкторском бюро, тот, кто видит сегодня с нашего вебинара и видит, как будет выглядеть и Лондон, и Челябинск, и Ирландия через 5, 10, 15 лет, тот те понимают, что это будущее для тех, кто еще этого не знает. Это будущее для тех, кто это увидит и кто там через некоторое время этого удивится. А для нас, друзья, это уже настоящее. Мы это уже делаем, мы, соответственно, это реализуем, и это уже все в наших руках. В наших руках, друзья, будет продолжаться строительство в Марьиной Горке или оно завтра остановится. В наших руках будет реализовываться адресный проект в Челябинске, Ирландии, Турции, Лондоне и так далее. Или завтра это остановится. Друзья, кроме нас это не сделает никто. Вот, поэтому, как любит говорить Миша, Игорь Хальзов – это такой очень хороший парень, десантник,
такой по своей сути никто, кроме лозунга всех десантников. И это, друзья, и наш с вами вопрос, что никто, кроме нас, этого не сделает. Все, друзья, спасибо, что вы были с нами. Давайте до тем, кто будет в 20 часов, не прощаемся, соответственно, с Сибирью, Дальний Восток, до следующей среды. И я могу сказать, что, друзья, мы только набираем обороты, мы только ставим перед собой все более и более высокие цели, которые нам надо идти, двигаться, достигать. А для этого, друзья, нам надо расти, расти и расти. Все, друзья, всего доброго.